Я спрашиваю, что вы? Я его спрашиваю 10 раз, не ковыряйся в руках. От меня что уйдет? Сколько времени? Я ему говорю, не ковыряйся в руках, не ковыряйся в руках, не ковыряйся в руках, не ковыряйся в руках. Егор хочет пообщаться с кем-то, не надо хоть с Никитой пообщаться. Сейчас с ним по себе. Да, смотри, конечно, это значит уважение к кому-то, к нам. Они в большинстве, получается, нас не уважают. Есть такое? Ну, можно так представить, да? То есть мы просто... А это уважение мое ко всем, чтобы отделить, он, короче, за вас заруливает, да? У вам же нет 14, да? Но есть, но видимо, есть 14? Да. Есть? Точно? Вот смотрите, как сразу получилось. Всем, кому нет, так, тишина, да? Хорошо же. Лука, иди сюда. Всем, кому нет 14, всем, кому нет 14 лет, сюда. Кому есть 14 лет, Иван, расстилают маты сейчас. Для высокого, для этого сотрудника и для того. Да, сюда остальные, сюда подошли. Да. Слушай, такой балдеж, я тоже не смогу. Серьезно, где твоя футболка? Потерял? Не нашел? А я буду что-то делать. Все будут писать. Я буду обычно мы сейчас 40 минут. Ладно, не будем, сейчас тоже парень взрослый, не будем звонить. Погоди. Все, молодцы. А, ну это про другое. Это мы про другое. Представить можно. Вот я про это и говорю. Что можно что-то представить, либо не представлять, но так или иначе оно не всегда воплотится. А вот если представить, что вы себя хорошо ведете и захотите это очень сильно, вы будете себя хорошо вести. Теперь, парни, пожалуйста, поднимите руку, кому нету 12 лет. Мне есть 12. Кому нет 12 лет, поднимите руку. Сюда к стене отойдите. Кому нет 12 лет, к стене отойдите. А кому 13 лет, руку поднимите. А если Лука, пожалуйста. Лука, дай, пожалуйста, 13 лет тебе и все, да? А тебе, да, 13? Никита, сюда отойди, пожалуйста. Серафим, стой. Там. Иван, отойди сюда. Тебе сколько лет? 12? Нет, пойдем. А вот они, сколько лет? А вот сама вам вышла. 13? Роман, сколько лет? 12? Сейчас, смотрите. 13? Роман, иди сюда. Куда? Смотри, сейчас все эти... Марк, тебе сколько лет? 10. Я понял. Иван, подойди пока, пожалуйста. Пойдем, присядь. Сейчас я тебе покажу. Ты слишком крут, Иван, погоди, братан. Ты пока слишком крут, я тебе другой задам. А я слишком крут. Вот сейчас они откажутся 50 раз и пойдут на маленький турник. Стоп. Это. Макс, погоди, погоди. Максим, ну а так сейчас погоди. Макс ударился. Кто? Лука? Я сидела. Лука? Он ко мне жопой прижался. Лука? Лука ударил. Лука ударил? Лука, иди сюда. Стоп. Что произошло? Он нечаянно на тебя сел? Нет, нет, нет. Я сидела. Я нечаянно. Вот так, я сидела. Нет. Так, я отжимаю. Ты его толкнул, он тебя ударил? Стоп, погодите, парни. Может быть такое. Секунду, стоп.
смотрите, может быть такое. Сейчас, погоди, я с вами разговариваю, и нечаянно коснулся его ногой. Он может меня ударить, типа, ты что наступаешь? Так. А я могу сказать, братан, прости, я реально не видел. Это может быть случайно. Если, например, он меня оттолкнул. Он специально. Погоди, Макс. Он видел. Макс, погоди. Я сейчас рассматриваю просто время. Можем на смотреть, правильно? Чё я? Как-то было. Чё я? Тихо. Хорошо, специально. Маленький. Я случайно. Стоп, погоди. А что всяко я? Ты не дал, что я тебя ударил? Стоп. Да? Ты его толкнул, тебя ударил. Хорошо, ладно. Вот представь, маленький ребенок, да погоди. 40 лет. Погоди, маленький ребенок тебя ударил так. Макс, не считай. 40 Макс, лет. Макс. Да, тебе 40 лет. Макс, братан, ну иди, я тебе расскажу сейчас. Максим, ты не толкал, а я. Так, а что так пахнет? Сейчас, не знаю, что туда. Макс, ему 40 лет. Ладно, кстати, парни, стоп. Ни у кого ничего там не пронялось в пакете, лаком какой-то. Это магнезия такая же, у кого-то. А, ему 40 лет. Стоп, отойди, отойди. Отойди. Вы отжались, вам на маленький турнир. Знаете, почему? Стоп. Парни, Никит. Никита, Роман, Артем. Нет, это Рим. Стоп! Артем, Никита, Роман, я вас зову. На маленький турнир, чтобы большим, ну, понял, чтобы не часто готовить к соревнованиям. А я на большом. Не-не, он пускай будет. Да, вот они сейчас сами, Диман. Можно мне сам? Егор, там, как бы, это, Дима, Никита, вы сейчас сами определите, что вы будете. Вы сами, думайте сами. Два турника, пока. Стоп, Асталин, стоп! Я не разрешили с ним. Решайте сами. Техника безопасности, слышите, чтобы никто не жаловал. Погоди. Стоп, погоди, отойди, Варя, пожалуйста, отойдите на секундочку, пожалуйста. Миша, отойди, пожалуйста. Макс. Давай, показывай. Сейчас мы смотрим эксперимент. Я случайно сел. Смотри, он сидит. Так, ты подходишь, как ты шел? Он тебя ударил, нечаянно. Стоп. Он специально. Тихо, стоп. Макс. Покажи медленно, как произошло. Медленно, без ударов. Покажи, как это было. Максим, хорош. Просто как-то нечаянно. Макс. Я хотел около него вот отбудить. Да, промазал. И случайно на него. Максим, я думаю, это реально не специально. Даже если у него было бы намерение тебя ударить, я не думаю. Макс, братан, если было его намерение тебя ударить, он бы ударил бы рукой, но не задницей. Это странный прием. Да? Это смешной странный прием. Так с умой дерутся. Лука специально это сделал. А теперь, малыши. Малыши. Специально. Сейчас, Гриш. Все, иди к парням. 50 раз иди к парням, лады. Тебя бабушка ждет. Скажи, чтобы зашла. Бабушка ждет. Она внизу ждет тебя, просит, чтобы ты оделся. Погоди. Никит, пусти за бабушкой, скажи, бабуль, заходи. Ты занимаешься или нет? Занимаюсь. Да, когда ты уже бабушке скажи, что типа бабуль там что делает? 4 часа? Да, все будет, погоди. Она не сможет зайти. Почему? А я к ней спущусь вниз. А что? Когда закончишь, спускайся вниз. А, ну как быть тогда? Ты спустись, скажи, что тренироваться будешь, чтобы она не ждала, потому что там вот поедет. Ты это узнаешь, чтобы она не ждала? Семья! Пойдемте, парни, пойдемте. Максим. Макс. Погоди, сейчас мы посмотрим все. Макс. Максим, сейчас мы все увидим. Все, пальцы хорош грызть. Сейчас мы посмотрим. Парни, сейчас мы посмотрим. Стоп, идите сюда. Я уверен, что в конце. Я пошел. Окей. Я пошел. 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 Я пош
еще? Подожди. Мозольки? Мозольки. Мозольки будут. Уже собираю. Пошли, кто сам делал? Точно, где у нас? Пошли, почти тебе открыл. Вообще, ты не балансе. Хочу отмах. Не хочу. Подзовите, когда деньги давать. Я показываю ради, чтобы тебе помочь разобраться. Я показываю, что мне больно, я не приказываю, что мне больно. Чем мне смешно, что ли? А ты, Максим, а ты смеешься и говоришь, да, он как меня ударил. А зачем ты говоришь, что так? Зачем ты обманываешь? Вот исходя, парни, пожалуйста, исходя из маленьких обманов, которые каждый позволяет себе, у нас общее недоверие друг к другу складывается. Понимаешь, какая штука? Общее недоверие друг к другу из-за маленьких обманов. Я не думаю, что он хотел тебя ударить. Я не думаю, что он тебя задницей ударил. Понимаешь?
Артем, отлично. А, я ничего. А что подошло? А у меня просто наушники выключили. Если я бы хотел бы, я бы подошел бы. Хорош, ты чё, хорош, ты чё, мешаешь? А? Мешаешь? Ну ты чё? Ну ты чё? Ну спроси у него, ты чё? Не понимаешь, что ли? Если он говорит, ты 40, это ребёнок. Ты чё? У него старший брат, спроси старшего брата. Сейчас, когда мой перевод придет, ну, видишь, я тебе скажу. Они обманывают, потому что я про это говорю. Маленький обман складывается полностью. Я постою. Вот видишь, ты обманываешь. Поэтому, парни, все нормально. Если вы живете на обмане, вас обманывают. Ты ломай замки, я буду вспоминать. Это ты на турник пойдешь, и ребята не будут слышать. Я на сайте. Вот так вот. Демьян, пойдем, братан, стой, ну как, сделай. Пока, стой, ну как. Никита, иди сюда. Что там делать? А где бабся? Она внизу, меня ждет. Тимур! Тимур! Мне 9! Тимур! Все пришло! Пришел перевод твой, все пришло. Не, мы Тимуру звали. Стойка на руках! Марк! Помогите мне! А сколько? Никит, иди сюда, стойка на руках! Хорошо, тогда мне надо... Помогите мне, пожалуйста. Сейчас, стойка на руках, вставай и все, ты что? А зачем ты так встаешь? Стой, не надо стоять. Хотя бы 30 секунд. Я сделаю, помогите мне сюда. А попробуй вот так, вот сейчас мотать залезать будет. Нет, я не хочу. Одну минуту. Зачем? Я сделаю, помогите. Ты покажи, покажи. А что? Покажи, покажи, стойка на руках, покажи. А сколько сюда? Ты убери! 30 секунд. Я минуту постоял. Сможешь? На одной руке. Позволь мне минуту постоять. Давай, покажи. На что? Нет, ты покажи. Сначала покажи, одной билет покажи, что ты можешь. Давай, парни, теперь стойте на руках, на звук можно делать, стойте на одной. Миша, развернись. Макар, покажи, как надо залезать по стене. Нет, ты сначала сделай так. Макс, аккуратно, братан. Я уже сказал. А, молодец. Давай. Только ты можешь поднять. Так, встань. Почему нет? Так надо попробовать. Смотри на Макара, я тебе помогу, Миша. Так надо так потренироваться. А вот так хочешь? Что, вставать? Ну как? Так тоже не хочешь? Тогда, братан, ты хоть что-то делай. Что? Я не хочу делать больше ничего. Я на маме ставлю.
братан, у тебя бабушка. Ну, ты хотя бы ее позови. Я после него. Я не хотел это делать. Дим, даже я услышал, за чё? Ты сказанула, сам не замечаешь. Нет, не рукнулся. Ты замечаешь, все. Да? А нам показалось, что ты там выстрелил. Дим. Даже Роман так это. Дим, ругнулся, даже я тут слышал. Сейчас, дай мне. Бывает, мы иногда взяли, даже слова вылетают. Это не я. Он сказал, это не я. Лука. Я не буду мостик, я и так его умею.
покажи. Ты сходу стоп делаешь мостик. А почему? Задача. Стоп? Ты один не можешь. Смотрите, задача. Да у меня рука. Или кто это? Рука. Рука, слышишь? На меня посмотри. А, я все, я понял. Никита, иди сюда. Блин, блядь, я! Стоп. Вам надо сделать это видео. Успокойте, что за эмоции. На меня посмотрите. Вы стоите. Вот так. Не удаляй ничего. Много. Раз. Поднялись. Блин, это легко. Я не хочу это сделать. Поднялись. Пробуй. Я не хочу писать. Успокойся. Стоп, ну видите, Демьян, погоди, стойте, пусть они сейчас делают. Ты меня слышишь, Никита, иди сюда. Я не буду, это можно делать. Надо сделать 20. Нет. Стой, Смотри, слушай, сальто, я не буду это делать. Я не буду, кто разрешал. Слушай, конечно, я не знаю, Никитос. Да, кто его разрешал? Не бей, терпи. Его не отвлекайте, Сергей Сергеевич, не отвлекайте. Не отвлекайте. Можно жить сальто? Парни. Будет перерыв попозже, чуть-чуть. Ребята, вы еще раскричались. Максим и Миша, это вас касается двоих. Я сальто хочу. Блин, братан, мало Макс. Того, что вы орете, вы хулиганите. Хорош, выбрасываете хорош, луку хорош. И Макара с этого сейчас матраса головой. Сейчас вы вдвоем отжимаете, зачем ты его пинал ногами? Сейчас? Нет, вообще, зачем ты его пинал ногами? Игрались, вот видишь? Как всегда. И вы шумите, так не надо. Зачем? Лука, ногу убери. Зачем? По два человека идите, мойте руки. Перерыв. По два человека мойте руки в туалет. Когда есть. Перерыв. По два человека идти мыть руки в туалет и перерыв сейчас будет. Сейчас двое придут, пойдешь помоешь руки, будешь есть. Что? Я потом с Максом пойду руки. Нет. Почему я руки сейчас? Не знаю, держи. Давай. На меня ты? Макс. Эй, эй, на меня ты? Не знаю, дайте по ней, пожалуйста. Лима! Миш, я к нему. Не поддавайся, когда тебя будет слышать. Не ведись на это. Ты же заниматься пришел. А мне тоже. Правильно, и тебе есть. Сергей Геннадьевич, ты не ударил, даже не Дим, Сосолетин. Дима. Дима, Сосолетин. Блин, включи свои наушники. Так, смотри. Я буду последнее. В смысле, сегодня последний, да, неделю? Тогда был уже последний. А, ну я тогда в долг возьму. Марк, иди сюда. Алло. Эй, желторобич. Никита, тебе да, пожалуйста, добрый. Быстрее. Я понял, да, у меня есть. Можно это сейчас убью? Что, что еще раз? Так, сейчас, одну секунду, подождите-ка. Никит, звонит твой батя сейчас. Говорит, бабушка ждет внизу полчаса. Что-то ты там наговорил. Я не могу находиться. Перекрутки. Никитос, тебя скажи, пожалуйста, Марк, на что ударил? Он нет, он случайно меня ударил. Случайно? Ну, а что ты знаешь? Он даже не снизился. Сейчас собирается. Смотрите, Марк, там лежит. Мне кажется, Дима уже сказал, что я спал. Ты сказал, до скольки тренировки не будет? Да. Почему? Сдавалось к 6 часов. Он скатит. Никитос, 6 часов перерыв, только чаепитие сейчас начинается, братан. Никитос, Что там? То есть сегодня у меня нету занятий тебе, да? Да, смотри, у тебя прошлый раз... Было одно занятие, все, это вот 30 было ноября, у тебя оставалось... Так, остались. Вот, у тебя осталось последнее. Все, сегодня у тебя уже занятий нет. Ну все, на следующую тренировку придется тогда абонемент. Абонемент, да? Все, хорошо, тогда сегодня я тебе знак вопроса ставлю. Все, хорошо. Давай. За Серафиму заступаюсь. За Сергея Сергеевича заступаюсь, понимаете? Я только что я хотел... Чего ты хочу? Чего ты хочу? Я тебе хочу.
Ну, как бы прислушался, нет такого, то, что прям хочу-хочу. А, ты попробовал? Нет, самое? Да. Ну, вроде бы нет ничего такого. Не хочешь? Да нет. А иногда? Иногда. Ну, так, честно, я налила. Да не было пока такого. Я просто по себе вспоминаю, что это такое. У меня бы нет такого. Нет такого. Вот сейчас уже идет период, когда ты, ну, откровенно, честно. Я же не могу с тобой следить, там, минуты назад. Просто вот так вот. Сколько дней назад ты понял, что, ну, в принципе, и так без этого не хочется. Ну, не знаю, как бы не тянет никак. Ну, дня три прошло. Уже неделя прошла. А, вот за эту неделю ты видите, кто не помог. Нет. Вот. Парни,
Кто хочет перекусить? Поживем, увидим. По два человека. 50. 50. За обман. 50. Ты сам это сделал? Здесь тоже мы эти сказали сделать. Ты их не сделал? Ты их не сделал? Ну, ты их не сделал, и вот ты обманул 50 отжиманий. За обман. Поэтому можете. Максим тоже сделал! Кто? Максим не сделал. Он не делал. Сальто ты делал? Сальто делал же? 10 раз не отжался?